В этом году на благоустройство старинный город за рекой привлек порядка 60 миллионов рублей. Для Котласа, например, с учетом существующих контрактов, это не предел. Для Сальвычегодска – баснословные деньги. Разово таких сумм он, пожалуй, еще не видел. Но главное даже не это. Впечатляет подход к освоению денег. Смотрите, и Котлас, и Сальвычегодск стали победителями одного и того же федерального конкурса. Наш город получил почти 50 миллионов рублей и решил благоустроить сразу три зоны отдыха, построить велодорожки. Вроде есть за что похвалить, но как-то язык не поворачивается. Каждый день и жители Котласа, и наша телекамера фиксировали явные нарушения в технологии проведения работ. Похоже, цели и у подрядчиков, и у их куратора администрации города одни и те же. Быстренько освоить деньги, громко рассказать о том, какие они молодцы. А дальше хоть трава не расти. Но у них не получилось ни то, ни другое. Сроки сдачи объектов были нарушены, а качество работ вообще отдельная тема. Велодорожки из асфальта рассыпались, как песок, брусчатка на пересечении улиц Урицкого и Карла Маркса выложена неровно, изъяну скрыл первый же дождь, а плитка на площади Советов, она, конечно, укладывается в рамках другого проекта, но тоже за счет бюджетных средств, рассыпается от прикосновения рукой, а ведь по ней еще даже не начали ходить. Вот такое у нас отношение и к федеральным деньгам, и к жителям города. Сальвычегодск на этом фоне выглядит просто конфеткой. Все продумано до мелочей. И за всем видит строгий контроль местной власти. Здесь халтурить подрядчикам не дают. Хотя это та же компания, которая поставляла плитку для площади Совета в Котласе. Точно такую же, бракованную, подрядчик хотел уложить и в Сальвычегодске. Но Андрей Сергеев не дал. Кстати, как нам стало известно из наших источников, плитку для благоустройства этот глава ездил выбирать лично. Вот это хозяйский подход. Все объекты здесь завязаны друг на друга, причем со строгой стилистикой. Например, здесь нет вызывающих у людей насмешки и обрастающих уже слухами и анекдотами непонятных топиар-фигур в виде обнюхивающих друг друга медведя и лося. Все четко в Сальвычегодске и стильно. Идея заложена в самом названии проекта. Сохраняя прошлое, создаем будущее. Здесь, наверное, двойной смысл, потому что мы сейчас создаем еще и будущее. Да, и надеемся, что наши потомки, то, что мы сегодня создаем, тоже будут сохранять то прошлое, которое мы создаем сегодня. Такой, знаете, с глубоким смыслом, скажем так, название. Глубоко проникся, оценив масштабы и качество работы в РИА губернатора. Было видно, такого подхода в небольшом провинциальном городе он не ожидал. Впечатлял его каждый объект. И мосты тоже здесь вокруг. Все, вот дещебень засыпан, это подготовка под лаги. Будь то ремонт дорог или укладка тротуарной плитки, реконструкция по фотографиям старой танцплощадки, установка единого деревянного забора. Кстати, в таком же исполнении в Сальвычегодске сделаны и контейнерные площадки. Даже освещение здесь в стиле 18 века. Глаз, конечно, радует. И искренняя благодарность жителей не заставляет себя ждать. Я здесь с 67 года, и я считаю, что дороги давно подлежали ремонту. Когда я приехала, был асфальт пожиже и дома пониже. Очень, вообще не было, песок один сплошной, а теперь дороги более-менее стали хорошие. Наконец-то настало время, что стали дороги классные. Наконец. Все кругом ремонт со всех сторон. Красота ведь посмотреть. Идешь, фонари горят вечером, дороги светлые, гладенькие, ровные, ямочного ремонта почти. Но все сделано заново. Чтоб еще дальше продолжались, и еще такой же громадный объем делался дальше. Вот. Так что это все очень-очень хорошо. В одном стиле с общим обликом города строятся и гостевые дома. Эти работы проводит уже предприниматель. Но, видя, в каком направлении благоустраивается старинный город и какие усилия предпринимаются властью, отходить от общих канонов инвестор не стал. Здесь это такая история богатая, такая культура, бальнеологический курорт. Здесь много можно что развивать туризм. Поэтому, когда мы приступили к идее реновации и решили из больничного городка, который находился в полном запустении, сделать гостевые дома, мы открыли для себя здесь такие богатые стены, лиственница, полы, лиственница. Этот же предприниматель возводит в Сальвычегодске и Строганов парк. Это бальнеологический комплекс со оздоровительными процедурами, гостиницей, тремя бассейнами, один из которых будет с минеральной водой. Он на 140 мест, гостиница,
Соколовая. Здесь самое главное понимать, что он не будет конкурентом санатория, потому что потребность в лечении очень большая. Да, наоборот, он наоборот увеличится. Мы в этом смысле не будем рассматривать. Мы чем можем, тем и поможем. Просто не скажите там точно, что нужно, Роснедра, не Роснедра, или как-то от санатория. Поэтому здесь в этом смысле абсолютно развивайтесь спокойно. Другое дело, не давать развиваться из-за того, что у нас санаторий нет. Нам надо свой делать, соответственно, санаторий тогда такого уровня, чтобы он мог конкурировать. Поэтому ничего страшного, пусть расцветают все. И я всегда на короткой связи, по каким-то вопросам, вы мне просто там говорите, где надо помочь. Хорошо. Мы, так сказать, готовы двумя руками поддерживать. Поддержать в РИА губернатора обещал и проект по реконструкции тюремного корпуса, где 3 дня в заточении провел Иосиф Сталин. Требуется почти 15 миллионов рублей. Глава региона заверил Андрея Сергеева. Деньги будут выделены из областного бюджета. Елена Кермич, Александра Гаврилова, Олег Сивачик. Код Ньюс.